Всем привет, друзья, вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Zombie Road Trip. Давайте выберем машинку нашу сразу. Давайте желтенькую багги. Поехали на желтом багги. Так, это что такое? Подождите, что-то написано было. Все, поехали, от зомбаков убегаем. Давай, тачечка, быстрее едь. Сегодня мы купим улучшение, которое называется птички. Не знаю, что за птички, но сейчас посмотрим. Короче, при старте, я так понимаю, будет птичка нам помогать проехать немножечко дальше. Но у нас, да, есть большой смысл проехать вот эти все первые локации. Потому что в первых локациях не особо платят нормально. За каждого сбитого зомбака нам дают один или два зомби-кэш. Зомби-кэш называется в монетке. Брейн, монетки. Ну, или доллары, будем считать. Доллары или зомби-кэш. Какая разница. Так, а ну-ка, вот этого. О, есть, все-таки мы щелкнули. Хорошо. Щелкнули мы лотерейный билетик. Получили лотереечку. Хорошая тачка, кстати. Нормально, а то я все. То на свинье ездил, то на этом. Ой, как она называется. Тачка вот эта вот. Американская. Которые вот ковбои путешествовали в свое время на этих повозках. На повозке я и на повозке я кучу денег отдал. Во-первых, она стоила 2000, плюс 1000 улучшения. 3 косаря я просто так заплатил за эту повозку. Ну ладно, пусть будет в нашей коллекции. В нашей коллекции машинок. Так, сделаем. Опа! Вот, все, так, ускорение получили. Нормально. Так, тут можно 2х сделать ускорение. Хорошо. Вот эти вот зомбари. Их, короче, когда сбиваешь, тебе ничего не платят. Или платят там, я не помню. Ну, сейчас проверим. О, прикол, скорость какая. Давай. Блин, только ускорился, а. Так, плюс 6 даю, смотри. За этого толстого дали всего лишь плюс 3. Мало. Так, ну, уже 150 мы заработали, уже очень хорошо. Ну, неплохо. 150, может до 200 дойдем? Будет вообще шикардос. Лотерейный билетик у нас есть. Так, что еще? Я не знаю, вот либо лотерейные билетики продавать по 25, либо играть. Ну, видишь, можно 10 рублей выиграть. А продать нужно за 25. Два лотерейного билета, либо за тутишок ты получишь, либо... Ну, хотя можно и 500-очку открыть. Я один раз 500-ку открывал. Вообще нормально. Жирненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ё-моё, быстрее, машинка. Мне нужно какой-нибудь скат. Вот так вот. Всё, небольшое ускорение. Мне это помогает. Да сколько у вас тут много этих зомбарей, да? Так, сейчас опять ускорение сделаем. Проедем. О, все. Турбо, у нас турбо, ребята. А, сверху написано, сколько метров мы проехали. Всего 18 тысяч метров. Нормально. Только нам за расстояние особо не платят. Платят только за сбитых вот этих вот динозавров. Которых мы еще и обстреливаем. О. Главное, когда ты кувыркаешься, сильно не увлекаться. Иначе можно вообще разбиться. Опа! Все. Летим. Все, сделали полетик. Так, смотри, уже 400 монет заработали, прикинь. Офигеть, скоро уже 500-очку скоро заработаем. Так, 5 коинс, офигеть, 5 коинс. Мы здесь ни разу не были в 5 коинсах. Или были уже? Ну, кажется, были. Опа, есть, хорошо. Так, ну, и у нас вот эти гады бегут сзади, которые вот они мешают нам. Конкретно они могут сейчас нас щелкнуть. Вот, ускорение, давайте быстренько. Ускоримся сейчас. Опа, здесь перевернемся. Отлично. Ускорение нам нужно. Очень сильно быстрое. Так, доедем мы или нет? 6500. О, 6500 очень много.
Нет, эти уже зомбари здесь стоят. Мешают нам сзади. Они могут нас съесть, поймать. Так, ух ты. Давай, быстрее машинку. Быстрее, пожалуйста. 5000 метров. Сделаем рекорд или нет? Интересно. Получится рекорд сделать или нет? О, да, ускорение. Давай вверх куда-нибудь попробуем. Блин, не хватает у нас мощности. Так, 3500 метров проехать, и у нас будет новая локация, ребята. Где я еще не был ни разу, мне интересно очень. О, зомбари, как вы меня достали уже. Алло. Да, ускорение, круто. Круто. Давай. Доедем, я надеюсь. Ух ты, что-то там открыли мы. Так, 1000 метров всего лишь, представляешь? 1000 метров. Пожалуйста. 500 метров. 500 метров, ребята, доехать. Есть, это что у нас тут? Так, а здесь мы не были ни разу. Это новая локация, ребята. Десяточку платят за одного убитого. Зомбаря платят десятку. Серьезно, что ли? Офигеть. Давайте ускоримся. Фига, десяточку, это круто. Косарь уже почти что заработали. Прикинь. Почти что косарь заработали. Ого. Ё-моё, круто. Отлично. Так, сейчас всех этих буду отстреливать. Зомбарей. О, эти уже бегут, гады, а. Взорвали меня. Забрали. Так, у нас, ребята, 1000 монет. 1000 монет мы заработали. И еще 200. Офигеть, что-то мы там пооткрывали, не знаю. Так, у нас 5 этих самых спиннеров. Давайте продадим их все. Во, 125 мы заработали. Но главное, заработали. Открыли какие-то машинки. Так, на 1600. Новая, вот эта такая вот. Есть еще турки. Ага, мы же хотели этот взять. Подождите, ребята, машины пока не покупаем. Мы хотели купить гаджет вот за 2000. Так, чуть-чуть не хватает. Давай еще раз покатаемся. 400 монет заработаем. И откроем птичку. Я не знаю, что она даст, эта птичка. Но купить надо обязательно. Потому что машинки мы постоянно покупаем с вами. Автоматики мы тоже купили много. А гаджетов вообще не было у нас. Надо хотя бы один гаджет купить, посмотреть, что нам это даст. Этот гаджет. Но 400 монет надо сейчас заработать. Как-то. Не знаю, как-то надо заработать, слушай. Долго, конечно, зарабатывать будем. Но потом с птицей, возможно, будет легче. Если она... А не одноразовая, конечно. Представляешь, если она на каждой локации будет новая птичка, которая будет помогать нам автомобильчик выталкивать. Там еще какая-то есть ракета. Я не знаю, как до ракеты этой дойти. Как ее открыть, ракету. Но с ракеты там вообще будет тема. Ох, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Я с вами не шуткую. Так, есть база новая. Так, зомбарики здесь не будут у нас сидеть. Так, почему я тебя не расстрелял? Алло. Так, они опять, смотри, летят. Да ё-моё, ёлки-палки. Ой, лотерейные билеты. Куда меня оторвало от земли? Нормально. Так, 85 монет всего лишь, ребята. Это очень мало. Надо побольше нам расстреливать вот этих зомбариков. Тихо. Вот, хорошо, что хоть не небольшое, но дается ускорение время от времени. Так, до новой базы 2500 метров. Сейчас попробуем доехать до базы. Так, ну все, уже 150 монет мы заработали. Когда вот так хочешь деньги сильно заработать вообще... Аж волнуешься. Ё-моё, нет, сейчас они меня споймают. Все, споймали. 175. Ну давайте крутанем, вдруг повезет. 500-очка, выпадет 500-очка. Так, полтишок был, да?
А, мы продали просто-напросто, да? Ну ладно, 1800, уже неплохо. И купим этот гаджет. А еще и лазер какой-то есть. Блин, может лазер купить? Kill Zin R2 Predator Style. Чего-то там он убивает, блин, тема. Что еще тут есть? Большие колеса 10 тысяч. Экстра коры, не значит, экстра убийство, что ли? Так, ладно. Boost Control. Ух ты, вот это прикольно. Зомби индикатор. А, сколько типа зомбаков ты убил? Там есть Dubster Music, вот лазер. Ну, не знаю, что за лазер, но... Да, купим сначала птичек, и посмотрим, что нам эти птички дадут. А для гаджета, кстати, можно... Это гаджеты нужно, кстати, выбирать. Она вот, вот эта штучка мешает, которая стоит 10 тысяч. Офигеть. 10 тысяч стоит. Дорого очень. Ну что ж, тогда на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До новых встреч.